Здравствуйте, магазин «Лючит. Серебряные украшения». Сегодня у нас очень приятная тема. На повестке дня у нас украшения завода «Вега». Все эти комплекты завод выпустил первый раз, то есть они прям новинки-новинки. На сайте они у нас будут в категории «Новинки апреля». И украшения эти все с натуральными камнями, то есть что вдвойне приятно. Начнем мы с вот такого выполненного в классическом питерском стиле украшения. На сайте артикул мы смотрим 3176. В данном кольце у нас стоит аметист с каратностью 4,76. Вот такой вот натуральный камушек, очень насыщенного цвета аметист. Кольцо у меня в руках 17,5. На 17,5 я его сейчас и померю. Солнышко зашло, немножко цвет поменялся. Смотрите, сережки. Прекрасный серебряный узор закроет ваш прокольчик, то есть мочка будет прикрыта. И очень удачно здесь опущен немного крючок. И за счет того, что есть вот эти два тоненьких небольших серебряных по высоте элемента, да, они будут плотно сидеть на ушке. То есть практически на любой прокол такие серьги сядут. Тем более, что по весу, сейчас мы с вами посмотрим, 12 грамм. То есть по весу 6 грамм на ушко, очень даже душевно. Посмотрите, вот такой вот насыщенного цвета аметист. Великолепное исполнение завода «Вега». Также эти комплекты есть в других цветах, например, прозиолит. Здесь у нас 5,15 карата. Обращаю вас внимание, что «Вега» всегда пишет на бирке «натуральные камни». И размер здесь 17. За счет того, что шинка имеет вот такое глубокое, ну, как бы углубление, да, глубину. Смотрите, вот я на 17,5, 17 одела, в принципе, мне комфортно. Плотненько, но хорошо. И по цвету сейчас полюбуемся с вами прозиолитом. Вот как раз солнышко начало светить. У нас сейчас есть варианты посмотреть камни в двух и на солнце, и без солнца. В двух как бы плоскостях, скажем так, в двух вариантах освещения. И еще такой комплект у нас есть с цитрином. Здесь у нас получается 4,79 карата. Приятно с желтого солнечного, так, 19-й. Желтого солнечного такого цвета цитрин. Для тех, кто любит такой оттенок теплого солнышка. Вот, посмотрите, опять же, вариант на солнышке, посмотрите, и вариант просто в жизни при обыкновенном освещении. Следующий комплект у нас более такой крупный, активный и насыщенный. Здесь у нас круглый камушек в огранке. Посмотрите, видна вам хорошо? Да, думаю, что видна хорошо огранка. Могу еще на солнце вот так показать. Очень приятного цвета, хорошие огранки. Это натуральный аметист. На сайте мы смотрим артикул 3175. Здесь у нас аметист 12,6 карата. И совершенно такое ажурное серебро здесь, без всяких таких сложных орнаментов. Хотя присутствует, конечно, растительный, но в принципе орнамент достаточно, узор достаточно простой. И посмотрите, какое здесь углубление, 18, но я думаю, что на 18, на 18,5 сел мне прям как влитой. То есть полуразмера ход у кольца есть. У сережек обыкновенный совершенно английский замок, подвесочка в такой же оправе серебряной. Мне кажется, комплект крупный, очень активный, но его можно за счет вот такой легкости оправы и красоты природного камня, один здесь камушек, без всяких оляпистостей, можно отнести к базовой группе украшений. Великолепный цвет аметиста, прям потрясающий, такую лаванду куда-то уходит, отдает. Есть тоже такие комплекты с другими камнями, например, вот розовый кварц. Давайте тоже оценим его. 18,5. Ну вот, да, вот сейчас видите, 18,5, он мне немножко свободноват. То есть его можно брать на 19-й совершенно спокойно. Вот такие вот натуральные розовые кварцы. Огранка здесь у нас круг, бриллиантовая огранка. И есть прозиолит. Прозиолиты очень красивые. Смотрите, 20-й размер. Но мне придется на 20,5. Кстати, на среднем пальце тоже очень хорошо это кольцо смотрится, достаточно оно крупное. И прозиолиты, знаете, хочу поделиться с вами. Мне кажется, прям такого красивого аквамаринового цвета. Бывает цвета такого аквамарина натуральный. Очень красиво. Ну вот солнышко зашло, сейчас мы меньше видим при другом освещении, да, при естественном. То есть вы видите, как по цвету камни меняют свою насыщенность, глубину. Следующий комплект у нас прям такой
фонтан цвета, я бы его назвала, артикул 3174. В центре у нас стоит цитрин, и по краям у нас, видите, тоже натуральные камни, но все прямо они разного цвета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть камушков. Что у нас здесь стоит? Турмалин, хризолит, турмалин, хромдиапсид. Так что вот такой вот активный, очень яркий для тех, кто любит много цвета камни, комплект. 18 размер, буду мерить на 17,5. Здесь классического совершенно вида кольцо и обыкновенное серебро. Посадка у сережек тоже самая обыкновенная классическая петелька, которая просто превосходно садится на все проколы. Красота здесь просто в подборке натуральных камней, вот в этом сочетании, да, каждый выбирает для себя. Вот такой вариант один есть. Дальше у нас есть аметист, опять же, смотрите, очень яркий, очень такой сочный, аметист 476 карата, и здесь у нас в окружении стоит турмалин, зеленый аметист и просто аметист. Размер у нас 18, ну, буду мерить на 17,5, чуть мне свободновато, вот и солнышко вернулось, и мы посмотрим, как аметист смотрится на солнышке. Прям горит, видите? Хороший такой комплект на каждый день для тех, кто любит вот такие яркие, насыщенные украшения, но в то же время он достаточно убористый, не будет много места и отвлекать внимание. И видите, два празиолита совершенно в разном окружении, то есть разные камушки у них в окружении. Ну, сережки я вам не буду показывать, они здесь у нас в серединочке лежат. Вы можете на колечках посмотреть. И последний комплект. Я прям хочется мне назвать его какой-то летней феерией, потому что весь такой он игривый, какой-то прям хочется в нем думать о лете. Здесь у нас, кстати, в данном вот комплекте оникс ограненный, не так часто оникс бывает. Артикул на сайте мы смотрим 3173, размер 19, но буду мерить на 18,5. В окружении с ониксом у нас стоят натуральные апатит и топаз. Так, вот это у нас топаз, вот это апатит. И сережки. Сейчас мы, когда все вместе оденем, вы поймете, о чем я говорила. Прям такой комплект праздник, комплект отдых, комплект такое, какое-то очарование и наслаждение. Вот хочется в нем, мне кажется, не хочется в нем думать о работе. Вот точно совершенно в нем прям здесь так море мне напоминает, да. Сейчас другой посмотрим по цветам. Говорю, хочется думать об отдыхе сразу в этом комплекте. Давайте желтенький посмотрим с цитрином. Посмотрите, прям яркое летнее солнышко, день такой веселый, цитрин 8,05 карата, размер 18,5. Вот такую красоту нам дарит завод Вега, молодцы, конечно, они работают, не покладая рук. То есть выдавать каждый месяц по, не знаю, там 5, 10, 15 новых комплектов, это адский на самом деле труд. Ну вот, посмотрите, комплект, я говорю, комплект солнца, комплект праздник. И давайте такой же комплект посмотрим еще с аметистом, наверное, да? Здесь у нас уже аметист более такого светлого, видите, цвета. 7,31 карата, размер 17,5. Так что хочется в этом комплекте отдыхать, чувствовать себя женщиной, радоваться и получать удовольствие. Вот я на солнышко, не знаю, насколько это хорошо будет смотреться потом, после записи. Наверное, вот в таком формате. И вот при обычном как бы освещении. Так что радуйте себя, любите, заботьтесь о себе. Всего вам хорошего. Мы очень ждем встречи уже вживую в нашем магазине. До свидания.